Всем привет, друзья, с вами Ёжик на метро. Мы сегодня будем рассказать, как качать, но кто-то немного не знает, как распаковаться. Ёжик, это Ёжик-пурка, вот поэтому все хочет так получиться, поэтому я хочу и пойти мне попросить снять видео и рассказать, как распаковаться и отправлять Майнкрафту. Ну а что ж, мы начинаем. Ребята, нажимаем какой-то сливы. Вот такое, сливы. Вот, нажимаем сливы, потом и зайдешь вот такой через телеграмма, но не может такое скачать. Зайдешь в телеграмму, идем, сейчас зайдет. Зайдешь. Так, сейчас, ребята. Вот, дошел. И вот, который все можно скачать тут. Вот так вот. Потом мы как-то получили. Скачаем это, вот эту ваю. Скачаем ваю. Нажимаем. Не сможете. Сейчас, подожди. Сможете. Поделиться. Ну, который переводчик. Вот это лучше. Это самое лучшее. Нажимаем. Так. Куда вы удобно вставляете? Давайте вот это поставляем. Оп. Все поставил. Теперь зайдешь в переводчик. Нажимаем. Внутренняя память. Нажимаем, который где-то ты отправил. Вот наша карта. Делаюсь. Самое важное. Все не знаете, как всего. Смотрите. Вот, нажимаем распаковать. Важно. Текстующий путь. Нажимаем ок. Идем, как-то он загрузится. Конечно, очень долго ждать. Ждем, когда он правит. Так. Вот, все, вот. Потом отправят. Так, что... А, нет, нет, подожди, извините. Переместить. Такой, переместить. Так. В Майнкрафте. Так. Так, где он? Вот он. Вот так. Нажимаем. И потом вставляешь ок. И вот все, теперь ты нажимай в переместить, нажимал ок. Все, и вот тут у нас уже получился. И сможете зайти в Майнкрафт, и там уже все есть. Поняли, ребята? Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, которые будет там новая карта 3.0. Ну, там не все написано в информации, в ссылке описания. Левит Дискорд, новый Дискорд сервер. И всем пока.